Водные баталии проходят в Усть-Каменогорске. В центральном бассейне идут матчи первого и второго тура чемпионата страны по водному поло среди девочек 2010 года рождения и младше. Сильнейших будут определять в 5 турах. На соревнования вышли 6 команд, чтобы побороться за звание чемпиона Казахстана. Девочки из Усть-Каменогорска самые младшие на данном чемпионате, но при этом показывают хороший уровень подготовки. Секрет успеха в том, что помимо тренировок в бассейне, девочки также проходят общую физическую подготовку. Перед этими соревнованиями они прошли учебно-тренировочные сборы. Мы играли с Уральском, счет был 24-8, мы одержали победу. Игра была напряженная, потому что наш тренер сказал, нам нужна эта победа, чтобы выйти в тройку. Водное поло зародилось в Великобритании в конце 1860-х годов. Само название «ватерпол» возникло по аналогии с конным поло. Среди предшественников современного ватерпола была игра, участники которой плавали верхом на бочках, отталкиваясь одна шестами, ими же били по мячу. Позже к бочкам приделали конские головы и хвосты, отсюда и поло. Затем от бочек отказались, но играли без ворот. Цель игры заключалась в том, чтобы подплыть к лодке или плоту и положить туда мяч. Со временем лодки заменили воротами. Позже утвердили правила игры и водное поло внесли в программу Олимпийских игр. Сейчас этот вид спорта популярен во всем мире. Спортсменов начинают подготавливать с раннего детства. У нас сейчас наша команда самая юная, потому что мы всего лишь тренируемся 3 года, это 3 сезона, грубо говоря так. И сейчас уже выступаем на соревнованиях, есть победы, но чуть-чуть не дотягиваем, потому что по опыту еще неопытные и еще маленькие. Поэтому чуть-чуть уступаемся, но будем стремиться, стараться готовиться, обязательно готовиться. В чемпионате участвуют 6 команд из городов Астана, Алматы, Тараз, Уральск, Семи. Чемпионат проводится в 5 туров. Первый и второй тур проводится в Усть-Каменогорске. Третий и четвертый тур будут проходить в Уральске. Финальный 5-й тур снова будет проходить в областном центре. Лейла Слембекова, Асхатур Дубаев, Алтай Акпарат.